Да-да! Пришедший на святую землю своим питомным зором повела и сразу крышу там узрела. Все. Все. Жизнь его была предрешена. Ну что вы? Сейчас я не об этом. Твой день рождения отмечаем Господа благодаря. О, как прекрасно ты! Ты просто дева была, когда в Израиль прилетела. Сегодня же ты мать, жена, ты медсестра. Неси по жизни гордо эти звания. Красиво будь, будь вечно молода. А Гриша пусть всегда с тобой рядом будет. А что делать? Его жизнь предрешена. Внимание! Здравствуй, дорогой дружок! Если вам говорят, мы все там будем, это заглядывать чересчур вперед. Рассмотрим, так сказать, промежуточную ситуацию. Итак, представьте, наши дети соревнуются за право первыми отправить своих родителей на заслуженный отдых в детский дом для взрослых. И это верно. Тут бы нам бы и расстроиться. Но, слава Богу, есть луч света в темном царстве. Лучик надежды у всех туда входящих. И это Леночка, у которой сегодня день рождения. Директор русской программы. Шу! Ha 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 ha!
девичье платье красное, ты такая в нем вся прекрасная. Без сомнений вдруг стало ясно мне, ты девчоночка суперклассная. Только вот одно не весеннее, незнакомо мне, к сожалению. У нее глаза два бриллианта, три карата, локоны ее. Я схожу с ума, ребята, руки у нее. С ноги две ворота края, и вообще она вся такая, раз такая. Эти деньги поем. Настоящая женщина, больше добавить мне нечего. Нежная, грубая, грешная и с ангельским лицом. Ты настоящая женщина, я судьбы обеспеченной. Рвешься и рвешься доверчиво в сказку с плохим концом. Вернисаж, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной. А вот прекрасный ранний строй. Вернисаж, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в крови не отпас. Друзья, не стесняйтесь, и можно аплодировать тоже. И сфотографировать. Группа «Дом постарелых». Давайте погромче, погромче. Спеш заказ с Израиля. Давайте фотографию.